может быть, у тебя и обувь жмет, я не понимаю. Или ты поскользнулась? Ты нет, Глеб, ты что, не понимаешь? Вообще-то это примета. А, говорят, что если в ботинок перед экзаменом положить 5-рублевую монету, то сдашь экзамен на 5. А так, подожди. Я положила 10 монет, чтоб наверняка, а? Ты серьезно, ты веришь в приметы? Ты знаешь, что этой примете больше 60 лет? Она родилась где-то в 60-х. Кстати, как раз-таки в 60-е зародился всем очень известный танец под названием твист. Знаешь, что такое? Слушай, конечно, знаю. У меня есть отличная идея. Давай устроим ретро-дискотеку прямо сейчас. Итак, руки, ноги на месте. Ага. Отлично. А у нас где руки? Руки, ноги, скорее покажите, мазалька! А теперь повторяйте прямо за нами! Вот так! Чираева. Детство где-то, но не здесь.
как я. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит. И писем не напишет, и вряд ли позвонит. И зимой, и летом не бывало ждать чудес. Будет тесно где-то, но не здесь. Эстрадно-джазового искусства, заведующая кафедрой народной артистка России Лариса Долина. Встречайте, Ольга Ходырева и Олеся Гадымчук. Нить, а-а-а, нам эта ниточка всем.
каждый день я...